Обновленный Верховный суд должен стать маяком для служителей Фемида, чтобы на его решение могли опираться судьи первой инстанции. Так считает глава Верховного суда Валентина Данишевская. По ее словам, за первые полгода работы реформированный Верховный суд получил 124 тысячи дел. Треть из них судьи уже рассмотрели, нагрузка большая. В среднем один судья ведет более 1000 дел. Поэтому в ближайшее время будет объявлен второй набор конкурса в Верховный суд. Кроме того, Данишевская заявила, что в Украине наконец начали ликвидацию так называемого старого ВСУ, который до сих пор еще существует на бумаге. Вперше до Верховного суду, крім кар'єрних суддів, потрапили також адвокати і науковці. Наразі у нас працює 16 науковців, 9 адвокатів. В складі Верховного суду є 33 кандидати наук, 12 докторів наук. Тобто ми маємо потужний такий науковий потенціал у складі Верховного суду. Дуже часто постає питання, як ми тут вживаємося, такі представники різних професій. Хочу запевнити, що це не викликало особливих труднощів.